Вот у нас астронавты огромные на продаже. По 300 тысяч скаляри. Скаляри, жемчуж болгар, короче. Золотой лар. Аранда. И здесь тоже скаляри. Тут пустота. Там золотые красные шапочки, рюкины. Тут у нас попугайчиков, меченосов, тернесты. Хорошо, хорошо, сейчас пройду. Тут золотые рюкины всякие. Здесь тоже самое. Там крупная рыба. Тоже красные шапочки. Тут гуппи. Гуппи. Здесь у нас барбусы плавают. Кстати, тут есть камушки красивые, разные. Вот такие хорошие, интересные камушки. Дальше получается у нас скаляри кое. Кое скаляри. Данью. Вот у нас пиранья, хищник. Взрослые они уже. Если кому интересно, пишите в комментариях. Тут акула пангасус, акула балу, фронтозы взрослые, тоже на продаже все. Кому интересно, пишите в личку, ну, в комментариях пишите, я буду отвечать. А тут у нас получается кое платина. Здесь красные шапочки мелкого размера. А тут у нас кометы цицевые. Ну, размер где-то 7-8. Дальше. Тоже рюкины мелкого размера. Тут хищники. Там акула-хищник большого размера. Там тоже попугайчики, астронавты. Тут тернесты. Здесь у нас лилиупи, калусы. И трофеус. Дальше внизу ничего нету. Тут большого размера кое платина. Красавцы. Ну, здесь тоже почти ничего нету. Дальше у нас тут тоже пусто. Здесь тоже Африка, Америка. Здесь фронтозы и акары. Вот здесь красавцы, скаты, пара. Если кому интересно, $300, $400 за пару. Пара самка-самец, размер 20 сантиметров. Дальше у нас фронтозы. Фронтозы, метинисы, сомики всякие. А здесь у нас геофагусы, дискусы. Вот это что за рыба, но я не помню, как называется. Дальше.
Дальше у нас тут метенисы доллар. Все, с рыбами все. Тут домики всякие, искусственные растушки. Вот, для самов трубки. Аквариумы маленькие. Тут обои. Тоже растения всякие. Дальше, дальше. Грунт для котов, корм для котов. Здесь тоже разный корм для котов. Там для аквариума все. Домики для котов. Короче, все, все есть. Для собаки. Вот домики вот такие. Такие домики есть. Такие домики есть. Лекарства, все. Все есть. Дальше у нас попугайчики. Попугайчики разного. И тут кошка. Это кошка или кот, не знаю даже. И тут они спят все, короче. Дальше. Дальше. Что у нас есть еще? Дальше посмотрим, что у нас есть. Тут есть аквариум на продажу. Вот тут аквариум на продажу все. Вот здесь аквариум. Дальше у нас оборудование для аквариумов. Смотрите, все есть. Обогреватели, фильтр, все есть. Светильники. Тут всякие лекарства для котов и собаки. Корм. Здесь у нас аквариум с растениями, с красивыми рыбками. Неончики, разборы, радостомис. А тут у нас петушки. Сна. Видно все. С аквариумом все, наверное, больше ничего нету. Показал то, что есть. Тут тоже осталось для собаки. Ремни, там цепи всякие. Вот наш зоомагазин. Приходите, покупайте. Вот на сегодня все.